Всем привет! Сегодня будет небольшое видео про кроссовки из магазина JD. Вот в таком вот пакете они пришли упакованы с фирменной лентой JD-шной. Давайте попробуем распаковать, посмотреть, что же все-таки пришло. Судя по отзывам, кроссовки немножко мало мерят, поэтому я взял на один размер больше, по-моему. Вот, но якобы они очень легкие и очень классные. Значок нам немножко напоминает логотип Nike. Ну, давайте распакуем, посмотрим. Итак, смотрим. Как я и говорил, 43 размер я купил. Обычно я ношу у нас 42 размер. Это 26,5 у меня нога. Размер 26 сантиметров, 5 миллиметров. Давайте смотреть. Открываем коробочку. Здесь у нас, кстати, на коробке сразу видно... дата упаковки, я так понимаю, 2018 год, 4A ZS78, какая-то техническая информация. Давайте пакетик такой, кстати, бумага такая прикольная, с одной стороны вот здесь она гладкая, с этой шершавенькая. Вот, но кроссовки с первого взгляда выглядят очень круто, легкий. Ух ты! Качество, ну вот проклейки, всего здесь нигде нету ни клея, ничего. То есть, но вот на подошве есть кусок, видите, шов. Ну, в остальном нигде ни клея, все сделано качественно, круто. Давайте же достанем ногу, посмотрим, у нас это внизу наклейка или нет, это у нас на стельке нанесено краской. Давайте достанем стельку и посмотрим, как она выглядит. Внутри тоже все сделано очень, реально очень качественно. И не придраться, я надеюсь, что они будут носиться долго. Здесь у нас прозрачная капсула. Вот. Я надеюсь, что они будут носиться долго, но они очень реально качественные и выглядят очень круто. То есть я их покупал за 19,99. Смотрите, какая у них стелька. Стелька крутая. Вот такие стельки продают по отдельности по $5. То есть, и, ну, учитывая, что мы купили вообще за $20 кроссовки... в отличном состоянии, без какого-либо клея и отличного с виду, визуально отличного качества. И еще с такими стельками. Размер 43 стоит 265 сантиметров, ой, 2 миллиметра, то есть 26,5. То есть должно мне идеально подойти. Давайте померяем. Достаем второй кроссовок, чтобы померить. И смотрите, у них пенопластовые вставки, вот эти, которые для ног, они из пенопласта сделаны. Не из обычной бумаги, а пенопластовые. Ну вот, что тоже интересно, я первый раз в кроссовках такое встречаю. И внутри у нас положили пакет. Фирменный пакет, чтобы мы могли в коробочку, его коробочку положить в пакет и доставить ее куда нам нужно. То есть это очень круто. И, ну, действительно, пока мне очень все нравится. Отложил коробку. Вот здесь у нас на язычке с одной стороны есть вот такой вот размер. 265, я так понимаю, что это миллиметров. То есть 26,5 сантиметров. Размер по-нашему это 42 размер. По китайским меркам получается 43. Ребят, я не знаю, что сказать, но кроссовки реально бомбические. Они очень легкие. То есть я так допускаю, что в них можно бегать. С размером я угадал, то есть на наш 42 нужно брать на один размер больше. Вот, нога 26,5 сантиметров, 43 размер. Они идеальны вообще, то есть, ну, очень круто. Я надеюсь, они будут носиться долго, но даже если один сезон их проносить, и они разлезутся в кизяк, то за их цену это, ну, отлично просто. Причем... здесь для шнурков какие-то петельки, я так понимаю. Вот, поддержка какая-то. Вот так выглядит на двух ногах. Ну, реально очень прикольные, классные кроссовки. Очень легкие.
мне очень нравится. Итак, повторю, что кроссовки мне очень понравились. У них бомбическое качество, то есть... Надеюсь, что они будут носиться долго, и ну, мне они очень нравятся. То, что я увидел, за их цену, то есть за $20, даже если один сезон их относить, и они разлезутся, вот, ну, хотя мне кажется, что они будут долго носиться, потому что действительно очень качественно сделаны. Но даже если один, на один сезон их будет, ну, хватит, то это отличное приобретение, мне реально очень нравится. На этом у меня все, ставьте лайк, подписывайтесь, до новых встреч и удачных покупок!